Всем здорово, ребят, мы зовут Фиабра, и сегодня мы сделаем интро за 5 минут. Погнали! Так, сначала заходим на сайт panzoi.com. Ссылка на него будет в описании и на интро, которое я буду делать. Давайте найдем как раз по вкусу нам интро. Интро, да. Нажимаем вот сюда, вот если вы другие хотите найти. Блин, я не то нажал. Ищем то, что вы хотели. И то, что вы хотели и хотели. Хотите. Сейчас я поищу пока что. Нажимаем Open in Clipmaker. Это можно закрыть, если вам надо. Сейчас посмотрим, какое у нас получается интро. Потом изменим текст. Сейчас. Нажимаем мы на глазик внизу. Нажимаем и начинаем смотреть. Так вот у нас получается. Вот так вот у нас получается, вот. Сейчас будем добавлять себе текст. Мне понравился это интро, понравилось. Нажимаем на текст, и тут name есть. И пишем, какой вам нужен ник. Это у меня Fiabro. Это я скопирую, чтобы быстрее делать. И выбираем тут шрифт. Я выберу вот этот, пожалуй. Сейчас заново посмотрим. А, все, погодите. И тут то же самое делаем. Забыл тут сделать. И выбираю такой же шрифт, который вы выбрали. Все, Enter нажимаем и начинаем смотреть, что у вас получилось. Сейчас заново посмотрим, как получилось. Короче, вот так вот у нас получилось. Когда можем тут вот эффекты добавить свои, если вам надо, я не буду это делать. Потому что мне не надо. Это камера, можно свою музыку добавить, либо ваш голос. И нажимаем потом скачать, выбираем не баланс, выбираем Extreme Quality, или как там, слой. Выбираем вот ту самую первую, нажимаем Start Video. И ждем, когда у вас скачается. Ну, а когда у вас скачалось интро, нажимаем Download Your Video. Ждем загрузку приложения. Сейчас должно само скачаться. Если не скачается, нажимаем сюда вот. Вот у меня скачалось. Приносим в любой этот Sony Vegas, например, Filmora, как у меня. И все. Или просто нажимаем просмотреть. И вот так вот смотрим. Тупо. А у меня что-то не получается. Я могу только перетащить и буду смотреть. Как у вас сейчас будет на экране, вы увидите, какое интро у нас получилось.